Газовые трубы здесь протянули больше 2 лет назад, но они не используются до сих пор. В свое время заказчиком строительства газопровода выступал департамент по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края. Провели торги, определили подрядчика. Им оказалась ставропольская компания, но та в итоге свои обязанности выполнила не до конца и исчезла. Газопровод построили, но с отклонениями от проекта, что не позволило ввести его в эксплуатацию. Городская прокуратура по просьбе мэрии обратилась в суд, чтобы обязать Межрегионгаз Краснодарского края принять построенный газопровод. Но помимо судебного решения должно быть еще и положительное заключение экспертизы о том, что газопровод безопасен, качественно построен и его можно вводить в эксплуатацию. За счет теплосетей, за счет наших теперь теплосетей, то есть мы нашли механизм, кто будет доделывать, потому что той же организации уже нет, Ставропольской, будет доделывать теплосети. Как бы мне понятно, как это можно сделать. То есть, по большому счету, механизм по решению этой задачи есть. И он будет реализован. Первое заседание суда назначит экспертную организацию, которая в дальнейшем представит свое заключение. Затем месяц на то, чтобы решение суда вступило в законную силу. И уже после этого Сочигоргаз сможет приступить к прокачке газа. Впрочем, глава города пообещал держать ситуацию под личным контролем и решить ее уже в этом году. На встрече говорили еще и про свет. Из-за того, что население пользуется электроподогревом, горят линии и падает напряжение. Поэтому решили ставить в каждый дом ограничители, которые будут следить за потребляемой энергией и в случае ее перерасхода отключать свет не по всей улице или селу, а только в одном конкретном здании, с чем жители согласились. И, конечно, не обошлось без обсуждения ремонта дорог. На их обновление в сельском округе нужно около 7 миллионов рублей. Население сетует, что дорога просто необходима, но в то же время задолженность по транспортному налогу в селе составляет больше 17 миллионов рублей. И тут решение проблемы очевидно. Власти обещают выделить средства при условии, что жители заплатят налоги. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.